COVID-19 внес изменения в празднование Дня Великой Победы. По указу президента 9 мая 2020 года все массовые мероприятия отменены. Однако, несмотря на жесткие ограничения, главное шествие памяти все же состоится. Акция «Бессмертный полк» в нынешнем году пройдет в онлайн-формате. Встать в виртуальный строй можно на сайте Бессмертного полка России или Международного бессмертного полка. Нажмите кнопку «Принять участие» и загрузите фотографию своего родного фронтовика. Портрет в профиле сопровождается текстом «Рассказать свою историю», можно, ответив на несколько вопросов. Это займет не более 3 минут. Страницы памяти Бессмертного полка крайне важно успеть заполнить до 7 мая. После того, как вы отправляете такую заявку, каждый желающий отправляет такую заявку. Наши помощники из числа волонтеров «Победа» проводят премодерацию этой заявки. И в случае отсутствия каких-либо отклонений, нарушений, эта заявка, эта информация уходит в ротацию. А заявителю на адрес его электронной почты приходит четкое сообщение, где, когда, на каком канале, на каком ресурсе, в какое время он сможет вместе со своими друзьями, знакомыми, родственниками увидеть ротацию своего родственника. Акция «Бессмертный полк» с 2015 года наполняет улицы городов воспоминаниями и портретами победителей. В этом году улицы останутся пустыми, а след в истории наших героев станет цифровым. Масштаб – вот главное отличие и преимущество «Бессмертного полка 2020». О судьбе вашего фронтовика, его жизненном пути будут знать не только соседи по памятной колонне, а практически весь мир. Важно, что если у кого-либо все-таки останутся вопросы, их можно будет задать по телефону бесплатной горячей линии 8 800 20 1945 0. Самое главное, чтобы все-таки действительно вот тот девиз «Никто не забыт, ничто не забыто», он на практике 9 мая сработал. И чтобы все, кто хотели бы, чтобы об их родственнике, участники Великой Отечественной войны, героя, узнали как можно больше людей, у всех это получилось. Старт акции 9 мая на Дальнем Востоке в 11:00. В такое же время ее подхватят другие регионы, в том числе и Ульяновская область. Из созданной базы героев Великой Отечественной войны автоматически будет сформирована видеорека памяти. Организаторы уточнили, портреты будут показывать не в алфавитном порядке, а по мере размещения информации. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Бессмертный полк России», на федеральных телеканалах, а также на медиаэкранах страны, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на портале mail.ru и в онлайн-кинотеатрах. Бессмертный полк в привычном нам формате, по словам организаторов, состоится непременно, как только спадет инфекционное напряжение в России.